Приветствую вас, друзья! Решил с выходом новой карты под названием «Россия» поиграть все-таки на сервере, повыживать. На самом деле, сначала хотел повыживать в сингле, но там будет, наверное, неинтересно. Слишком просто как-то. В сингле слишком просто, слишком легко. И сингл подходит больше просто для исследования, так сказать. Особо там не повыживаешь. Только совсем новичкам, я думаю, будет интересно выживать в сингле. Вот если бы там каких-нибудь ботов добавили, бандитов и еще кого-нибудь, NPC, в общем, тогда было бы гораздо интереснее. Тогда бы я играл в сингл, а так, нет, давайте, наверное, повыживаем на сервере. Сервер вроде как небольшой, тут мало народу играет. Так что, я думаю, меня тут не будут убивать каждые 10 минут. Как видите, я нашел уже шляпу, похож теперь на мексиканца. И нашел я также Шофилд с одним патроном всего лишь. Он мне особо не поможет, но тем не менее, хоть какое-то оружие у нас есть. Хоть кого-то задамажить, если что, мы сможем. Я не знаю, честно говоря, где я нахожусь. Ствол и шляпу я нашел на ферме. Я, честно говоря, ее даже не вижу. Куда-то я совсем, что ли, убежал? Куда она делась, эта ферма? Так, вот все, вспомнил, да. Вот напорная башня и вот здесь вот ферма. Там был еще зомбак плюющийся. И туда, наверное, лучше не идти, но, блин, тут построек вокруг больше никаких нету. Только вот мостик, возможно, что-то под мостом будет, но я очень сомневаюсь. Так что придется нам лутать эту ферму. Я еще не проверил один дом, ну-ка давайте глянем, что будет вот там. Ну, там ничего, дорога, собственно, и все, да, вниз она идет куда-то. А, слушайте, там, по-моему, какой-то объект. Блин, не хватает бинокля, конечно, но у меня ничего такого нету. Ладно, давайте, наверное, по дорожке побежим. Или все-таки заглянуть на ферму, я даже не знаю. Ну, блин, там зомбаков много, а у меня только кулаки. Если бы у меня какой-нибудь топорик хотя бы был, тогда бы уже другое дело, но ствол с одним патроном и кулаки. Так, ну, давайте попробуем подкрасться. К сожалению, вид от третьего лица здесь включить нельзя на этом сервере. Ну, как, к сожалению, наверное, это к лучшему даже. Так. Отлично, здесь у нас есть какая-то одежда. Опа-па, зомбак стоит. Это уже плохо. Давайте одежду, наверное, соберем. Потом порвем это все дело на тряпки. Так, ну-ка, не рычи. Я тут прокрался незаметно вообще-то. Чего вы рычите? Ну и еще одно здание, да, вот это вот крошечное. Можно как-то обойти, зайти по стелсу, все дела. Но чё-то мне лень, честно говоря. Ладно, этого нам хватит, давайте порвем. Вспомнить бы, как это сделать. Так, все, вроде вспомнил. Я очень давно не играл, так что буду неимоверно тупить. Так, теперь нужно найти бинты. Сделаем бинты. Вот сколько я сделал. Один более-менее нормальный бинт и один слабенький. На тройку-четверку назначим эти бинты. Так, вот. И теперь уже можно двигаться уже дальше. По-моему, за вот этими вот булыжниками, скалами я видел какой-то объект или мне показалось. Нет, тут, по-моему, просто камни. Просто мне показалось, что здесь какой-то съезд, и, возможно, здесь что-нибудь будет. Но нет, только асфальтовая дорожка, или я не знаю, это асфальт или нет. Какая-то странная она, на самом деле. И больше ничего нету. Похоже, я совсем в глуши появился. Была бы у нас карта, было бы попроще немножко. А так будем двигаться по дороге тогда и смотреть вдаль. Возможно, мы найдем какой-нибудь объект, чтобы нам хотя бы, блин, залутаться. Нормальный лут бы найти. И тогда мы уже заживем как нормальные люди. Так, отлично, друзья, я вижу какой-то маяк. И, возможно, там еще что-нибудь будет. Хотя, по-моему, это одинокий маяк, возле которого ничего нету. Окей, подойдем сейчас ближе. Ну, людей тут вряд ли будет много. Я имею в виду в этом месте. Они, наверное, где-то в Москве все тусят. Или на военной базе, что более вероятно. Так, ну-ка, что у нас там? Что-то есть, но не пойму, что это. По-моему, остановочка какая-то маленькая. Я еще играю не на фуллскрине, так что разглядеть я ничего не могу по-нормальному. Ну, маяк я вижу, да, и вон сверху на камнях располагаются два домика. Это хорошо, значит, начальный лут у нас какой-то должен быть, если там, конечно, все не облутали. А, это, по-моему, просто забор, да? Да, здесь никаких объектов нет. А, вон пляж, смотрите, отлично. Возможно, мы сейчас с вами найдем немного еды и воды. И будет уже хорошо. Кстати, нужно скрафтить тогда флягу. Она, по-моему, как-то из дерева крафтится. Нужно будет вспомнить крафт и сделать флягу. В общем, не ожидайте какого-то дикого ПВП.
ПВП даже если будет, то очень редко. А так в основном я буду исследовать Москву, лутаться, выживать как-то. Так, ну есть тут еда, но блин, тут еще и зомбаки. Нам бы хотя бы хоть что-нибудь, хоть вилы какие-нибудь, чтобы сражаться с зомбаками. Ну, с кулака это очень долго мы будем делать. И плюс еще небольшой шанс все-таки есть, что меня и зомбаки хлопнут. Так, в маяке, наверное, на маяке точнее кто-то должен быть из зомби. Так, что такое, сквозь лестницу прошел. Ну, наверху, да, должен быть зомби, по-моему. Обычно они там тоже спавнятся. Сейчас глянем. Надеюсь, меня не сожрут. Но лут там точно должен быть. Наверняка есть какой-нибудь топорик или хоть что-нибудь. Так, ну-ка. Да, один зомбак, и причем горящий зомби, а вот лута здесь совсем нет. А нет, смотрите, молоточек есть. Так, я его взял? Куда он делся, лул? Молоток пропал, вы видели? Ну, просто замечательно. Игра начинает меня троллить. Куда сраный молоток дели? Верните обратно мне мой молоток. Ну, даже с молотка я, конечно, бы зомбака не убил. Ну, точнее, я бы его убил, но он... Он взорвется! Сейчас. Так, летим. Летим вниз, ломаем кости. Нас зомбак догоняет, и он нас убивает. Замечательное начало, друзья. Кто это топчется? Это зомбак топчется? Или там человек какой-то? Да уж, вот такое вот начало. Давайте респавнимся. Может, хоть место будет получше. Вот, вот это я уже понимаю. Есть какая-то мельница небольшая, два домика. Вот сейчас там мы и залутаемся с вами. Хотя я, на самом деле, по-моему, недалеко где-то появился. Вон еще дома смотреть. Потом, значит, отправимся туда. Давайте сначала здесь осмотримся. Потом двинем туда. Это штука мыши? Что-то на них похоже. Так, окей, давай смотреть. Ну, тут наверняка, да, куча зомби будет. Будем опять проходить по стелсу. Хоть мне этого не хочется очень. Давайте обойдем лучше. Надеюсь, они не сагрятся. Дайте мне молоточек, пожалуйста, и не нужно его забирать. Так, окей, в ангаре, может, какие-нибудь виллы найдем или типа того. Лопату хотя бы. Будет уже отлично. С помощью лопаты я уже могу всех зомби здесь раскидать в округе. Так, это что у нас, шелса? Ну, в принципе, можно взять, возможно, пригодятся. Может, сейчас дробовик найдем. О, арбалет, вот это уже хорошо. Только вспомнить бы, из чего стрелы делаются. Так, ну, одна стрела есть в арбалете. Так, это у нас что... А, это у нас клумба для цветов. Ну, зря я ее взял, потом выкину. Давайте посмотрим, что у нас наверху. Так, а наверху у нас есть какая-то шмоточка, по-моему. Сейчас сделаем бинтов опять. Так, и даже магазин... О, лопата, отлично. Смотрите, просил лопату, получил лопату. Забираем. Так, это что у нас? Half-Hound магазин. Возможно, пригодится, вряд ли, конечно. Так, и здесь... Что такое? Так, слушайте, по-моему, здесь кто-то есть. Кто-то машет, размахивает руками. Так, и лучше нам вооружиться. И посмотреть, вылезть и посмотреть, кто же к нам пришел. Так, да, агрится зомбаки, а вот и наш друг. Ну что, я не знаю, его зомбаки, в принципе, забьют. Я не думаю, что стоит нам нападать на него. Я все-таки мирный гражданин. А, их двое, смотрите, один с рюкзаком, кстати. Они что-то смотрят на меня. Боятся, возможно. Я-то их убивать не хочу, но вот они меня, я чувствую, хотят убить и заполучить мой арбалет. Смотрят что-то. Мы смотрим друг на друга, не можем насмотреться. Как-то он странно присел. Ну, они отходят, но, скорее всего, они хотят забрать мой ценнейший лут. Так, ладно, я взял штаны. Не знаю, давайте пока поносим штаны, чтобы слотов, наверное, побольше было. Так, и подкрался к нам какой-то чувак. Говорит, чтобы мы не убивали его. Да, у меня нет оружия вообще ничего. Вспомнить бы, как микрофон включать. Алло, меня слышно? Не убивай, пожалуйста. Меня слышно? В общем, я не знаю, что у меня voice-чат не работает. Вроде как он на левый альт. Что-то такое неразговорчивое. Но говорить я не могу почему-то. Окей, надеюсь, я потом с этим разберусь. В общем, он зла нам вроде как не желает. У него ничего нету, только кулаки. И почему-то он все-таки за нами бежит. Так, давайте вооружимся, значит, лопатой. Будем постепенно отсюда уходить. Видимо, здесь спавн или еще что-то. Слишком много здесь народу. Так что лучше, наверное, отсюда свалить.
благополучно. Да, он нас преследует. Блин, ну этот чувак какой-то назойливый. Блин, жалко, я с ним не могу поговорить. Не знаю, почему не работает voice-чат у меня. У него работает, у меня не работает. На левый альт он у меня назначен, но ничего не происходит, когда я его нажимаю. Я попытался с ним связаться. Че он бежит за мной? Что ему надо? Ты не против, что я с тобой хожу, нет? Да я против, вот, блин. Ты меня слышишь? Сказать бы тебе что-нибудь. Напиши в чат, слышишь меня или нет? Давайте напишем ему, что мы его слышим. Отлично. Тоже, друзья, я попытался как-то настроить voice-чат, но, к сожалению, у меня ни хрена абсолютно не работает. Не знаю, буду разбираться. Надеюсь, ко второй серии я разберусь с этим. Так что, ну, вы видите, да, по чату, как я пытался общаться с данным человеком. Так, тут есть палаточка и несколько домов. Это какой-то лагерь, как видите. Флаг российский даже есть и куча зомбаков. Давайте попробуем здесь залутаться. Так, ну, этот чувак за нами ходит. К сожалению, ничего я ему сказать не могу. Так, давайте возьмем, во-первых, шмоточку, чтобы у нас слотов было побольше. Так, этот чувак не хочет брать? Нет, все-таки взял он шмотку. Я бы и вторую взял, для того, чтобы сделать бинтов. Но, к сожалению, с нами какой-то человек, которому я ничего сказать не могу. Так, ну, он уже взял какой-то ствол. Сейчас нас грохнет еще. Будет очень весело. Я потом пожалею, что я его не шлепнул. Так, здесь у нас ничего абсолютно нет. Блин, ночь, к сожалению. Вам, наверное, ни хрена не видно. Ну, точнее, не ночь, уже как бы светает вечер. Но, наверное, уже плохо видно. Так, мы можем открыть. Я совсем забыл, что можно взаимодействовать даже с мебелью. Все в новинку. Так, есть какой-то батончик, хоть какая-то еда, это хорошо. Здесь у нас ничего. Так, это что такое? Семена, по-моему. Так, штанцы. Вот штанцы мы превратим уже в бинты с вами. Так, как это сделать? Окей, отлично. И забиндим мы на клавишу 3. Так, все. Больше тут, по-моему, ничего нету, на самом деле. На лут нам особо не повезло, можно сказать. Вон нож чувак какой-то нашел. Перочинный. Так, это у нас что, банка? А, нет, сок, смотрите. Ну, отлично, батончик и сок есть. Уже хорошо. Так, еще последний домик вот это остался. Не знаю, залутал ли чувак этот домик. Ну, он не боится, просто забегает. Зомбаков не боится. Ему наплевать. Так, отлично, отлично. Есть у нас теперь фляга. Так, ей невидимый зомбак согрелся. Так что нужно здесь быть поаккуратнее. Не знаю, на меня или на него. По-моему, на меня, да, на меня он согрелся. Вот он пытается оббежать это здание. Все, оббежал. Лучше отсюда, наверное, сваливать, потому что ничего не видно. Еще этот зомбак невидимый. Вот он, кстати. Блин, и еще куча зомбаков согрелась на него. Нет, нужно отсюда уже убегать. Ну, ничего интересного, в принципе, здесь мы не нашли. Хотя немного еды у нас теперь и воды есть. Так, все, они отстали. Меня теперь гложет, почему же у меня не работает voice-чат. Все, друзья, я разобрался, в общем, как включить voice-чат. Да, я действительно задупил и в настройках его не включил. Так, что он там сказал? Чего? У меня есть Шофилд с одним патроном. А, нет, нет, Шофилд я потерял, у меня только арбалет. Совсем забыл, что я Шофилд-то оставил. Точнее, сдох, и он мне выпал. Ну, не знаю, у тебя одна карта? Да, у меня одна. Ну, давай, если она тебе не нужна, давай, конечно. Если ты ей пользуешься, то оставь себе. Что? Я же не знаю, куда ты направляешься, я просто с тобой хожу тут. А почему ты решил за мной ходить? Ну, не знаю, мне одному скучно играть. Думаю, вдвоем будет как бы интересно. Окей. Ну, я просто лутаюсь, просто исследую карту. Все-таки новая карта. Я еще ее не осмотрел как следует. Так что лутаюсь, исследую карту. Она же только сегодня... А тебе дать? Давай, давай. Отлично, спасибо. Так, ну вот, мы можем теперь осмотреть карту. GPS только не хватает, чтобы... А, нет,
Тут без GPS? Я что-то подумал, GPS нам нужен будет. Так, ну что, мы, наверное, следовать будем либо на ферме. Нет, на ферме мы вот этой вот были. Давайте, наверное, в Екатеринбург двинем. И здесь вот что-то еще находится. Так, ну-ка. Вот это вот что за объект, непонятно. Так, ну, в общем, по дорожке будем следовать. И посмотрим, что это за объект. Возможно, какой-то военный объект. Хотя вряд ли, но он почему-то не подписанный. Так, ну хорошо, что с войсчатом мы разобрались. Это уже хорошо. И узнали намерения данного человека. Оказывается, ему просто скучно. Возможно, он нас потом предаст и убьет. Кто знает. Куда он вообще делся? Он, по-моему, вообще свалил куда-то. Это он светит, кстати? Да-да-да, он фонариком светит. Так, окей, давайте посмотрим, что у нас есть, в общем. В итоге у нас есть контейнер, точнее, фляга. Немного еды, ну, едой это назвать нельзя. Какой-то гранула-бар. И есть сачок. Это все, что у нас есть. В принципе, пока по воде и по еде у нас более-менее. Мы еще можем выжить. Но, блин, плохо то, что сейчас ночь. У чувака, конечно, есть фонарик. Так, это не вот этот вот объект. Да, вот мы и пришли. Собственно, здесь какие-то дома. Это не военный объект. Хотя, блин, ни хрена. Это свалка, что ли? Да, это похоже на свалку. Будет интересно сюда заглянуть. Ялопи почему-то уже начинает напоминать все это. Так, и здесь у нас есть футболочка, которую мы сможем с вами порвать тут же на тряпке. Я карту порвал. Блин, надеюсь, чувак не будет в обиде. И не попросит у нас потом эту карту назад. Так, окей, мы сделали немного бинтов. Ну ладно, я вроде запомнил, что нужно по дорожке двигаться. Так, тут уже он все облутал. Клей есть. Можем закинуться клеем и помереть. Но я пока что не хочу помирать. Куча зомбаков, плюющийся зомбак. Еще один зомбак. Как всегда. Разобраться с ними будет трудно, по крайней мере, ночью. В принципе, мы вдвоем, блин, плюющийся. Ублюдок! На тебе, мразь. Так, второй зомбак. Ну, не знаю, это была плохая идея, наверное. Сражаться с зомбаками. Нашего друга, по-моему, убили. Вот так вот. Вот так вот, друзья. Он хотел меня прикрыть. А я ему не помог. Да, сдохни ты уже, сколько можно-то, алло. Наконец-то. Так, ну 70 хп у нас есть бинты. Давайте перебинтуемся. Так, есть здесь флайер. В общем, наш напарник героически пал, пытаясь нам помочь. Зато мы можем полутаться. Так, ствол возьмем. Бинты. Хотя он может, на самом деле, сюда добраться, если он знает, как это сделать. Ну ладно, я не буду его дожидаться, я вообще не знаю, кто он. Возможно, он нас предать действительно хотел. Давайте возьмем топор. Есть у него куча магазинов каких-то. Взял я ствол. Так, Half-Hound. Кстати, это, возможно, мой ствол. Да, у меня же был Half-Hound, а не Шофилд. Так, ну давайте, во-первых, возьмем топор. Это точно. Так, сделаем... Что такое? Так, сделаем вот так вот. Возьмем топор. Шофилд. И у него были магазины вроде какие-то, да? Хауктаун тоже этот возьмем. А магазины у него как раз-то, точнее, у него обоймы для Шофилда. Так, что такое? Опять, мне кажется, или стрельба какая-то началась. О, у него, кстати, есть стрела. Точнее, стрела и... А, нет, это обе стрелы. Так, окей, есть у него сыр, еды немного. Хлебушек. Дальше... А, вот бинокль есть, вот это хорошо. Бинокль нам пригодится. И фонарик можно взять, в принципе, на всякий случай. Еще у него есть яйца, ну, в общем, у него куча было еды. Но давайте вот так вот поступим. О, канистра, кстати. Да, это мой Half-Town, и моя шляпа на нем была. Так, окей, патрон один у нас есть. Зомбак опять согрелся. Ну, здесь вроде интересно, но, блин, ночью здесь делать нечего, потому что я ничего не вижу, нужно светить фонариком. Если светить фонариком, то нас могут заметить издалека. О, такси, смотрите, автомобиль есть. Ну-ка.
Есть ли в нем бензин? А, он закрытый. К сожалению, он закрытый. Так, ладно, наверное, я уже не оторвусь от зомбаков. А нет, оторвался. Окей. Это, кстати, да, действительно свалка. И смотрите, есть здание механика. Так что, если бы такси была бы открыта, я бы на ней смог покататься, потому что мы только что с вами видели канистру с бензином. Возможно, она полная. Даже если не полная, мы могли бы залить туда бензин. Как видите, здесь есть контейнер. Заправить такси, и мы бы отсюда уехали благополучно. Но, к сожалению, у нас это не выйдет. Ладно, на этом мы уже остановимся. Такая вот непонятная серия у нас получилась. Разбирались долго с этим войс-чатом дурацким. Встретили какого-то чувака, который вроде как хотел с нами поживать. Но, к сожалению, он скончался. Ладно, на этом мы действительно уже закончим. Продолжим в следующей серии. Всем спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео.